Добрый осенний день. Сегодня воскресенье, первое воскресенье осени, 6 сентября. Осталось мне выкопать вот 4 рядочка белого лебедя. Всю остальную картошку мы выкопали. Остался вот белый лебедь. Сейчас я заведу мотоблок, копну ее, соберу. И потом посмотрим, что за урожай нас ожидает под этими кустами. Надо уже приводить в порядок огород, сеять рожь и готовиться к зиме, потому что начинаем потихоньку зарастать. Видите, трава какая. Так что сегодня копаем последние борозды картошки. Вот, как я предполагал, 7 ведер с этого рядка я собрал. Здесь стоит 4 ведра, вот 5. Так, где у меня? 3. Черное, 1. 1. 2. 3. И здесь 4 ведра стоит. Итого 7 ведер. 7 ведер. Ну, бывали годы, когда мы по 11, по 12 собирали ведер вот с таких рядков. Мне кажется, второй рядок, который я выкопал, будет более богатый. Не буду уже отнимать вашего драгоценного времени. И когда выкопаю полностью 4 рядка, подобьем итог. Ну вот, эпопея с картошкой у нас закончена. С этих 4 рядков накопал я 26 ведер. 26 ведер. Значит, картошка в этом году нормальная. Есть корявенькая, конечно, не без этого. Вот есть вот такие особи. Вот они. Если положить на ладонь. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот такая особь. Вот такая картошка есть. Есть, конечно, мелочь. Но мелочи мало. Вот. На будущий год, я думаю, ведерко семенное оставлю. Мне вполне хватит. Как бы 4 сорта у нас картошки, поэтому белого лебедя ведро на нашу семью вполне будет достаточно. Ну и сейчас я вам покажу вес тех двух картошин, которые я показывал до этого. Что есть? Значит, весы мы включаем. Так, 0. И тут у нас показывает 846 грамм. 846. Вот она. Картошина такая, 846 грамм. И это у нас картошина. 837 грамм. Ну, практически одинаково. Практически одинаково. И сколько они тоже будут вместе весить? Так. Вот мы их положили вместе, и общий вес, вы видите, кило 800, кило 683.
1 килограмм 683 грамма, весит 2 картошины белого лебедя. Еще какие вопросы? Практически одна картошина 800 грамм. Вот такой неплохой урожай дает белый лебедь. Так что кто-то, может, был ближе к истине. Всем пока!